Неплохо начали, сделали себе задел с неплохим настроем. Вышли все-таки начало сезона и понимали, что те зрители, которые уже соскучились за полгода по хоккею, надо устроить сегодня праздник. Как мне показалось, мы это сделали. Немножко, конечно, в конце смазали удаление, но в целом я думаю, что все игрой довольны, как и зрители. Сейчас мы уже это все забудем, и в этом следующем матче. Олег, когда привезете Кубок мира, скажем? Ну, скоро привезем, наверное. Наверное, на организацию сложно ответить на этот вопрос, не готов. Привезем и покажем людям. Будет все. Болельщики обижают очень сильно. Но, к сожалению, на этой пресс-конференции было мало свободного времени. У нас не было возможности показать кубок болельщикам. Но я думаю, что мы найдем обязательно время и пригласим, где-то выставим этот кубок. Большое спасибо. С победой.